Хей, окей, с вами Шмик, и мы продолжаем пройдите игру по названию Hollow Kings. Мы, короче, попали непонятно в какую фигню. Либо это сон, либо это не сон. Что-то это все странное. И мы идем это проходить. Чтобы это не было. Какие-то испытания. Какие-то непонятные испытания, пилы, бензопилы. А ну-ка, пойду-ка я в эту сторону. Или тут что-то другое, да? Закрыто место. Понятно. Так, лавочка. Ближе идти. Там тоже закрыто. Яркий свет. Скорее всего, выход. Я на выход не собираюсь. Бля. Так, ладно, хилимся. Ай. Бля, чё я тупанула, ё-моё. Зачем я туплю? Зачем я туплю? Зачем я так делаю? Зачем я туплю? Зачем я туплю? Зачем я так делаю? Зачем я это делаю? Зачем? Я вот так умираю. Класс. Так, шо, пилы? Так, хилимся. Идемте дальше. Вверх. Не пойму. Типа я должен идти. Я не понимаю, как там. Как мне здесь пройти? АЕФ. О боже. О боже. Mm-hmm.
Эфиф поймет, что делать. Ну, не, понятно, что делать. Попытаться пройти это сраное испытание. Главное, что тут дальше тоже нету сохраняшек. Нет, так нечестно. Я забыл. Так, здесь на две хилки у меня еще остается. Потом у меня есть время, да? Ага, ха. Интересно. Ага, вообще интересно. Там у нас еще идут плюс шипы. И у меня на единичку. Блин, а как мне тогда? Через верх получается? Через верх не получится. Ай-яй. Бля. Почти. О, отлично. Охранялка, пожалуйста. Готово. Закрыто. Так, здесь да я открыл. И не здесь тоже. Уху. Слышу пилы. Откуда я знал, что по полу тон тоже летит в меня? Кайф. Евчик.
Ё-моё. Ё-моё. Ой! Пипец. Пипец. Мидбой в сторонке отдыхает. Окей. Можно было вниз сразу. Ой. Ой, 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 ой. Что-то заново все нужно проходить. Все заново проходить. Пойдемте, ладно, сюда. Замечу, что мне хила нету. Блин. Блин, ну че я тупанул, ё-моё. Сейчас еще здесь буду опять прыгать. Я прыжок запомнить, Шимики, прыжок. О. Ага. Uh-huh.
О. А до куда я могу дотронуться? До полной планки, да? Все? Нет. О, сохранялка. Ну, быстрее, если я не сохранялка, а хилка. Я их убил? Их можно убивать? Mm-hmm. Черт. Мой кровь, мой король, все ради вас. Что я использовал, что я заюзал? О, я открыл ворота. Ништяк. Так, это пойдем дальше. Лавочка. Первым делом лавочка. Выше поехали. Лавочка. Я теперь только на лавочку сейчас буду садиться, если я буду там проваливать. Не, ну здесь понятно, конечно, что с одной стороны нужно делать. Это не такое уж так сложно уж. Нет. Ауч. Бля. Кайфчина. Хотя бы хилиться можно. Это радует на самом-то деле. А на каком еще враге можно отхилиться? Класс. Может, ловчака нужно было брать. Вот опять просто два урона получил. Раз, два. О, там лавка, тихо. Там лавочка. Тут лавочка есть.
И куда мне там падать? А куда мне там идти хотя бы? Я сейчас не уловил момента. А, я понял, все. Я все понял. Только нужно это все еще сделать нормально. Че я туплю? Ух! Ага. Ух. Так, нехер. Ух, тихо. А, тут одна эта зона. Кида сейчас. Я не увидел их. А что мне нужно было делать? Я не понял бы. Слишком сложно. Мне кажется, лучше здесь сразу набрать это. Ладно. Минус. А, я там не до... Что? Почему отсюда? Почему не оттуда? Блин, где я на камешек наступил? Я хочу просто срез сделать. Идите вы в жопу, а? Идите в жопу. Это изи было. Я изи шел. Просто на... Изи. Mm-hmm.
Oh, oh my god. Нормально шел, нет. Видите, это их не устраивает. Ух. Ух. Ух, ух. Почему мы фризим? Фризы, 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 фризы. А ну, нагрузка ПЦ. 68% стер... Из-за чего? А вас? Завершить процесс. Java, что ли? Не знаю из-за чего. Лёд дохера пил. А, теперь идеальный угол нужно, да. Угу. Теперь я не могу в этот. Я теперь этот, да, не могу попасть. Все, зашибись. И как мне есть? Я не понимаю. Не понимаю. От этого жопа не залила. Зачем такую локацию сложную? Ух! Угу, класс. А, так оно мне не достает. Понятненько. Поехали. Тупо, вот бля, я уже горю. Я уже не попадаю по таймингам.
Ну что, это уже херь. Ладно, все. В следующей серии, короче, продолжим, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.